Ежедневные рейды по магазинам дают положительный эффект. Сегодня сотрудники управления ЖКХ посетили улицу Чкалова. Многие предприниматели, получившие предписание после последних проверок, все-таки взялись за уборку территории. Наконец-то убирать снег и воду, кроме весеннего солнца, начал кто-то еще. Эта фраза у чиновников становится шуткой дня. Работники нескольких магазинов, расположенных по адресу Чкалова, 47, все-таки начали очищать территорию. Правда, случилось это после нескольких визитов представителей УЖКХ. По Гражданскому кодексу ответственность за состояние, прилегающей к магазину территории, лежит на владельце торговой точки. Другими словами, если, отправляясь за покупками, гражданин подскользнулся на крыльце и упал, а на лестнице был лед, все претензии к хозяину торговой точки. Возле этого магазина подобных инцидентов не будет. Лед с крыльца отдолбили, тротуар очистили. Чтобы победить лужи, сотруднику Дмитрию Владимирову приходится работать метлой каждый час. Сегодня я вот уже раза четыре тут ходил, эту лужу разгребал. Вот. А сугробы тут невозможно убрать? Как, сколько это времени надо их убирать? Там работы хватает. Оттепель дает о себе знать. Вода течет с крыши, заливает крыльцо и подход к нему. Кроме того, ручьи стекают и от соседних магазинов, где за уборку еще никто не брался. Большая часть территории вокруг торговых точек и агентств на Чкалова все так же в грязи, наледи, лужах и мусоре. Такой вид отпугивает потенциальных клиентов. То, что кто-то начал наводить порядок на общем фоне, пока незаметно. Ну, пока я ничего не вижу. Абсолютно ничего. Как было, так и есть. После зимы обычно, как после бомбежки. Грязь, мусор, вода. Не вижу, честно, не вижу ничего пока. Видимо, некоторые предприниматели надеются, что за них все сделает погода. Их план – дотянуть до начала апреля, а там солнце пригреет, снег растает, лужи подсохнут. Только вот коммунальщики намерены ускорить процесс уборки. Есть такие магазины, которые не откликаются, они идут на контакт с нами. На них был составлен акт на административное правонарушение. Дальше мы дело передадим на административную комиссию, но мы будем дальше продолжать ходить ежедневно, выписывать предписания, пока не устранят все нарушения. Ежедневно работники управления ЖКХ выдают предписания, по которым владельцы магазинов обязуются убрать недочеты за 3 дня. После к ним вновь наведаются с проверкой. Многие хозяева торговых точек обещают в срок уложиться. Сетуют, что совмещать уборку и торговлю непросто. Все, что мне девушка сказала, убрать дополнительную наледь, я уберу. Она мне сказала, 3 дня рабочих. У меня инструмента тут нет соответствующего именно для льда. И в понедельник я все уберу. Пускай проверяет. На противоположной четной стороне практически все магазины свою территорию от снега и мусора очистили. Поставили урны. Но цель коммунальщиков – добиться порядка у каждой торговой точки города. Екатерина Кириченко, Никита Нехорошков, Дамир Харисов, Служба народных новостей.